Смертельный дрифт. Трагедия произошла в поселке Шамхал. Молодые ребята дрифтовали на автомобиле по заснеженной дороге. Находясь за рулем автомобиля «Лада» 9-й модели, 19-летний местный житель не справился с управлением и совершил наезд на газовую трубу. Легковушка боком врезалась в столб, и металлический штырь пробил голову 16-летнего парня, который сидел на заднем сиденье. С учетом сказанного, обращаюсь к вам с просьбой, убедительно прошу, не выезжать на транспортном средстве, не оборудованном зимними шинами. Не испытывать судьбу, поскольку это опасно не только для вас, но и для ваших пассажиров.